этот, называется Филиппис. Вот это? Угу. А что так далеко? Вот это, что? Вот там же заведение. Вон оно, Лена. А, это я со своим кретинизмом. Я чуть не вырезался. А как ты хотел вырезаться? Ступизмом. Потом забыл, что это кретинизм называется, оказывается. А, милым словом. Я культурно это назвала. Да, милым словом кретинизм. Блядь, тут да. Парковка такая, голова сломается, если будешь точно, пытаться. Точно, я даже не могу понять, как мы едем. А, вон оно. Вон оно, да. Но оно очень мне понравилось такое. Ну, аутентичненькое? Да, ну, ты знаешь, современненько, вот так я бы сказал. Так, мы сейчас, наверное, вот здесь встанем и дойдем, потому что я мне... А, вот тут, что? Вот. Это же заезд. Ну, там, по-моему, сейчас не будет места. Там, видишь, все занято вокруг. Фонтан какой красивый. Нет, вон место есть. Вот, вижу. Второе вон есть. Все, два места есть. Почему все американцы паркуются передом? И мы теперь туда же. Да, и никогда не парковался передом. Я вообще считала, что это только лошары паркуются передом. Лошарами Кантара. Да. А сейчас сами стали передом. А здесь и на права, когда сдают передом, надо заезжать при сдаче. Да. Пиццу сразу, так, мы зашли в чудное, да, заведенице. Меню. А как-то вот они ходят со стаканами, наливают сами, да. А вон стаканы внизу, Вов. Вов, стаканы внизу стоят, они внизу берут стаканы. И видишь, как советских умывальников он моет, он чуть-чуть. Да, да. Да. Тут бар, там на улице еще очень можно сидеть. Там такие теплушки, горелки. Как называются эти батареи, возле которых сидят? Теплушки или горелки? Теплушки, да, или горелки, да. Я в Риме их теплушками называла, помнишь? Так, это меню? Тебю? Наши пиво хотят. Мы решили пиццу заказать. Мы же тут все любители пиццы. Будем заказывать вот это вот. Олзвей. Мне все подряд будет, просто все подряд. Ключи я забираю. Папа больше не за рулем. А что вы будете? Мы, наверное, такую же тоже будем. Будет? Да, давайте такую же, да. Так, вот они горят на улице, и там очень тепло возле них. В Европе таких много. И здесь тоже. Даже в Майами, да, такие есть. Так, друзья, короче, дают браслеты. Какие-то браслеты. Браслет, да, дадут? Да, дают браслет, ты отдаешь свой ID, тебе дают браслет. Ага. Ты, короче, идешь с ним, прислоняешь вот они. Сюда говори. Прислоняем. Ну, сейчас мы все покажем лучше. Еще. И ID вернут, видимо, когда вы отсюда выкатитесь. Ну-ка. Вот так они выглядят. Вот так они. А вам ID вернули, что ли? А да? Ты говоришь, не вернут. Ага. Они сняли всю информацию с него, и теперь вам принесли вот такие штуки. Thank you so much. Ага, там какой-то магнит зашит внутри вот этой штучки. Ребят, смотрите, Вовик, что это? Вовик какой сторис снял. Красиво, да? Это он выложил на свой инстаграм уже? Класс, Вовик. Да ты не только актер, ты еще и оператор. Ну возьми такой же красивый бокал. Будешь брать бокальчик или ты будешь кружку? Вот можно выбирать любую, да? На самом деле, все стеклянные. IPA, мы сейчас будем Now, also, I do have a black IPA. It's a dark IPA, but it's really, really good. Now, this is not going to be your favorite right here. You want a hazer? You want a rainbow. You're good. And look, all you do here, the rest of you matches up to that. There you go. Now you're a good one. Ага, то есть кранчик открывается, когда прислоняешь браслет. Да.
Да, иду. Прикладываешь браслетик. Смотри, как красиво. Красоте. Ну давай, Вовик. Смотри, сейчас будет, который я привожу, он будет смотреть так. Это какой-то простой, я не знаю. Окей, я попробую, ну, например, Ori the Orange. Вот, смотри, смотри, как все. Давай, так, прислоняем. И загорелась эта штука. Ага. Можно, да? Себе... А так кранчик не откроется, да, типа? Он не будет здесь, да. Ага. У тебя модный бокальчик такой, Вовик. На самом деле, под каждое пиво свой бокал. Но Саша выбрал свой, мы выбрали. А ты выбрал не тот бокал. Нет, можно бокал такой. Поезд на доску. Ну что, давай. А нам-то нет. А мы за рулем. Смотри, Леша. Да, попробуй. Ну, апельсиновое пиво. Прикольно. Грейпфрутовое лучше. Грейпфрутовое. Но это же соус, это же не соус. Вот это апельсин, нам попробуй. Хорошо, может быть. Попробуй оранж. Вкусно. Это такой сорт. Он ее киса, а она его зайка. Так и общается. Вова сказал, офигенное пиво. И Лане тоже понравилось. Просто выбор, да? Чумачич, во-первых, выбор. Просто ты умрешь пробовать. А во-вторых, пиво просто очень вкусное. Просто очень вкусное. Я так и не поняла, сколько это стоит. Одно? Да. Как это в Калифорнии, главная улица? Довольно большое заведение. Очень классно, с маленькими детками сидят. Вот тут вы видите, там театр есть. Почки. Красиво очень. Там, в общем, очень, кстати, много русскоязычных этих музыкантов. Потому что я знаю, Винни Нью-Йорк давно. Такая же улица, как и все. Здесь она такая игрушечная. С картошкой по-африкану. Кто? Что, пицца? Чикен такос. Нет. А, бургер, он бургер улицезрел. Там какой-то шикарный бургер несли. Какой несли? Ой, салатики есть, смотри, и эти. Бекон. Ложки. Бал, это чашки. Глубокая тарелка, да. Что-то там. Цезарь. Ой, а вот цезарь я бы съела. А он какой? Какой-нибудь другой цезарь? Нет, то есть мы... Романи, гарлик, все то же самое. А где курица? А, вот он. Нет, крутонцы. Нет, это эти, это сухари. Романи, это шеют пармезан. Без курицы. Без курицы? Не, ну что это за цезарь? Без курицы, бирчи, без томатов, суп, черри. Что такое бирчи суп? Мне прям интересно. Бриошка. Не, ребят, надо взять какую-нибудь нормальную такую, ну, прикольную закуску. Сейчас пиццу принесут, настолько не я съедим. Я просто не знаю, где блюда какие-то прям серьезные. И сашими, смотри, туна сашими даже. Просто нет картинок, и я не понимаю. Мы же русские, нам нужны картинки. Да. Ты посмотри на цены, тут 10-12 долларов стоит. Да, здесь очень дешево. И народу много. Я уже заметил. Так, наша пицца для... стоит 15 долларов. Стоит самая дорогая пицца. 15 долларов нашу, потому что да, в ней все подряд, да. Чикен такос. А вот ростед порк такос. Такой вот тут туалет. А, не, не сюда, сюда. И везде не нужно прикасаться. Ни к крану сама льется вода, ни к... Мыло, это мыло. Смотрите, под старину как будто сделано, это такой кафель. Ну и потом посушил и пошел. Вообще ничего не надо трогать. Классно. В торговых центрах мы такие в Москве видели. А как твое пиво тебе вот это? Это крылышки вот, это да? Это Хейзи, она хорошая, но это не самая лучшая Хейзи в мире. Ну, то есть я оценитель Хейзи. Курочка. Что-то у меня так камера плохо фокусируется. Она крутая. Курочка. Друзья, нам принесли пиццу, у нас одинаковая пицца, вот в этой пицце все подряд, поэтому она чуть дороже, но выглядит очень даже так прям по-итальянски. Вам не тут, мы там были. Тут вам не там, да? Да, ребят, нас в Майами зовут обратно. Не, я наоборот, я пародирую, как будто мы в Нейплс живем, а вы из Майами приехали, да. Приезжайте, говорит, к нам в Майами. Дикари. Да. Не, я говорю, приезжайте к нам в Нейплс, да. Ну вам же понравилось, сюда хотите переехать? Да мы...
Блин, они, похоже, уже не уедут. Я бы завтра переехал. Только контракт. Только лист. Да, это как мы, да. А вы на сколько влетели? 13 месяцев. А, мы тоже. Слушай, а у нас тоже, у нас 14 было. На 12-м. А у нас было тоже, да, 14 месяцев. 14 у нас, 14. 4 месяца. Да. А, нет, подожди, 2 месяца осталось. И все. И пиздерики. Ну, я посчитал, что я отдам, короче говоря, 7 за еще аренду. Нет, я посчитал примерно экономично, нам выходило, что выгодно. Нам было раньше выдавать контракт, что я тянул непонятно. Зачем мы вообще на 14 взяли? Вот это было непонятно. Ну, нам хотелось там. Мы-то хотели, мы-то думали, навсегда останемся. Блядь, я здесь хочу автозал. Это же круто. Ну, да. А потом начинаешь и думаешь, блин. Поэтому сейчас мы очень так скромненько подходим. Нет, я бы не сказал, что у нас есть какие-то претензии к даунтауну Майами. Мы живем прямо на Бискейне, рядом с Бэтком. Нет, там понятно. О, это рядом. Это где мы жили рядом? Нет, они живут. Мы рядом с Бэтком. Они возле Брикеля живут. Где эти забастовки были, да? Они Да. Они еще до забастовок жили. Они приехали. А, они позже приехали. Прям вот, знаешь, Бэйсайд, знаете, где колесо. Где колесо. И где, извини, где этот... Я знаю, где Бэкхэм живет, я знаю. Да, где Бэкхэм живет. Но это рядом с нами. Бэкхэм с той стороны колеса, мы с этой. Они вот так вот, он с утра выходит, вот так вот. Привет, Дэвид. А он говорит... Привет, Санек, вот так. Да, Алана, привет, Виктория. Он левой рукой. Да? А, я неправильно показал. Он же левша, я забыл. И пока что претензий к Майами нет. Но посмотрев Нейплс, я, конечно, блядь, завтра бы переехал, если бы не Лиз. Тут круто, тут договор, точно. Это договор. Вы еще не видели Нейплс. Вы сейчас, это задворки Нейплс, это Норф Нейплс, чтобы ты понимал, до отсюда, если вот я тебе прям... Да где мы снимали, это вообще просто жесть. А ребята такие смотрят, говорят, ой, как круто, как классно. Да. Выйдет гораздо адекватнее. Ну что, здесь же, видишь, играет то, что... Так, тагосы, бургер. Итак, друзья мои, мы пьем пиво. Да, поверьте, мы это делаем иногда. Итак, еще раз показываю внимательно, как это происходит. Значит, вот это вот весь ряд. Ты показываешь весь ряд. Я беру свой браслет, который мне выдали по моему ID. И делаю следующим образом. Делаю вот так вот. Видите, засверкало. Теперь написано. И теперь я, смотрите, наливаю. Сейчас будет подниматься вот здесь, внимание. Я вот здесь наливаю. Смотри, вон туда. Да, да. Вот оно поднимается пиво, а внизу бежит как на бензоколонке. Да. Я налил. А смотри, а можно же попробовать? Я сейчас обратила внимание. Да. Ты налил себе $1 столько. $1 налил, да. Попробовал. Да, попробовал. Следующий. Абсолютно. И вот здесь, смотрите, ребята, вот здесь они моют бокальчики. Я попробовал, помыл следующий. Только что мой счет составил $41, $11 и налил в этот бокал. Да, а можно прям чуть-чуть помыл next. Да. И нет, можно вот брать бокал новый. Вот да, новый бокал. Ну, можно и не мыть, да, можно брать просто новый and next. Иди там, иди. Ну, кого, расскажи. Ну, вот он не покажет. Иди, встань, Лена. Я вставать не хочу. Я уже столько съела, что не хочу вставать. Так, у нас контент, друзья. Я пытаюсь, короче, пивка дернуть, блин. А мне пишут, что хорош бухать, короче. Позовите официанта, чтобы он подтвердил, что вы на ногах. Слишком много ты выпил. Я, блядь, вообще нихуя не выпил. Пипец. Ну, в общем, слушай, правда? Я вообще в шоке. Слушайте, русских пишет ребят встретили. Все. Да. Хватит, пишет все, зовите Стафа, если он разрешит, если он типа это увидит, что вы на ногах. Ну окей. Все русских ребят встретили. Мне может еще наливали. То есть я как. А, вы по одному браслету, что ли? Блин, Саш! Саш! Потому что по одному браслету наливали. По одному браслету. Ничего, да ну, блядь, я, блядь, тут раз, хлоп, ничего нельзя. Конституция запрещает. Нельзя. Ну, смотрите, сколько русских ребят встретили. Да. Да. Я говорю, тебе попробуй, Вова тебе нальет. Он говорит, нет, я сначала разберусь. Что за дискриминация? Пиво не дают.
Франтика не будет, блядь. Вот у чуваков еще свежие браслеты, Саш. Саш, у чуваков и русских еще свежие браслеты. Через них наливай. Да, русские разве поделятся своим пивом? Точно. Ну, слушай, мы ржем. Смотри, зашел все-таки. Все, ребята, я домой. Я в смысле за Лизой. А, ребята еще остались там сидеть. А я все, я еду за Лизой и еду. У меня свет везде горит. И еду домой. Все, Вова уже доберется на Убере. Либо Лана довезет. Все, друзья, вот так вот мы посидели. Наржались, нажрались, напились. Все было очень здорово, весело. Классное место, очень классное место. Нам очень понравилось. В общем, все, ребята, всем пока-пока. И как всегда, до завтра. Я отвратительно выгляжу. Отлично выглядишь. Так, все, Лизуху забрала, Лизучек за руль сразу же села. Сейчас мне нужно забрать мою машину, а она осталась возле Таргета. Сейчас, в общем, будем забирать с Лизучком мою машину. Ну, это возле дома прям. Нас не видно точно. Где? А, вон, да, самая красивая. Мама, нарёт уже, что ты не пристёгнута. Ну, это я только что отстегнулась. Так, ага. Моя машинка стоит одинокая. Учи, я на белой поеду. Нет уж, тебе нельзя на ней, папа запретил. Ты едешь на этой? Ну, ура! Уходи. Так, все, я на машине. Это точно наша машина? Мам, точно наша. Так, ты за мной, поняла? Не я за тобой, а ты за мной. Так, все, друзья, машина на месте. Едем. А теперь точно домой. Look to the left, look to the right. Nothing can stop me in the night. Like I am leaving all the bad stuff. And trying to remain so strong. I know it's good if I'm alone. I got it, I gotta go, go, go. Running into better times. Go, go, go. From my emotions out. Go, go, go. Running into better times. To better times. To better times. Took.